Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Xiaomi Mi 11 Ultra, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить ускорение, как ускорить этот телефон. Итак, переходим в приложение настройки. Он почему-то у меня постоянно выбрасывает меня в календарь. Я промазываю, походу. Так, затем что мы делаем? Спускаемся вниз и нажимаем питание и производительность. И здесь со сбалансированного переводим в режим производительности. Ну и тут написано. Производительность устройства будет улучшена, это может привести к увеличению энергопотребления, а также к перегреву. Но мы все равно включаем на наш страх и риск. Ну, не страх и риск, ничего с телефоном не произойдет, если что, если вы игры при этом играть не будете. Хотя зачем еще большая мощность? Понятия не имею. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.